день! С вами компания Арбат Хомс и я ее представитель Анастасия. Сегодня я вас хочу познакомить еще с одной уникальной виллой. А уникальность ее в том, что она находится на первой береговой линии, всего в 50 метрах от моря. Вилла расположена в Алании, в районе Ишельос. Эта часть Алании популярна благодаря большому песчаному пляжу протяженностью в 3 километра. Магазины, супермаркеты, большое количество рыбных ресторанов и кафе. В районе отлично развито транспортное сообщение. Рядом с домом предусмотрена автобусная остановка. До аэропорта Гази-Паша всего 14 минут езды, 17 километров. На территории виллы располагается большой собственный бассейн, благоустроенный сад и зона барбекю. Общая площадь участка составляет 517 метров квадратных. Площадь застройки 225 квадратных метров. Вилла состоит из 4 спален, большой гостиной, совмещенной с кухней американского типа, имеет 3 ванные комнаты и 2 балкона. В строительстве виллы использовались только самые качественные строительные материалы. Также в каждой комнате установлены теплые полы и имеются электрические жалюзи. Из каждой комнаты открывается потрясающий вид на Средиземное море и горы. Вилла подойдет как для постоянного проживания большой семьи, так и для инвестиций с целью сдачи в аренду. Стоимость виллы в представленном виде составляет 230 тысяч евро. Если вы желаете приобрести эту виллу под ключ, то стоимость ее будет составлять 260 тысяч евро. Сегодня мы с вами познакомились с просторной виллой 4+1, находящейся на первой линии. Номер объекта на сайте 3152. А с вами была я, Анастасия, компания Арбат Хомс. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. А если у вас остались вопросы, то свяжитесь с нами по номеру телефона, указанному на экране. Всего доброго! Пока-пока!